Для вас на выбор два мужских парфюма, довольно-таки известные. Первый — это Lauder Shape Home Intense от Estoniaki. И второй у нас — это Calvin Klein Euphoria Men Intense. Сегодня поступим следующим образом, чтобы не терять время. Нанесем один парфюм на одну руку, второй на другую. Ну что ж, приступим. Главное не спутать. Так, ну что ж, подождем 10 минут, посмотрим результат. Итак, 10 минут истекли. Пришло время посмотреть, что у нас за ароматы. Первый — это у нас от Estoniaki Lauder Shape Parfum Intense. Посмотрим. Очень сразу могу сказать, такой интересный аромат. Чем он отличается вот даже от главной версии, то что это все равно интенс является, интенсивная более версия, тем что вот начало очень такое мягкое и присутствие вот цитрусовая волна, вот как будто тебе ударяет цитрусы, и причем цитрус вот не такой вот не острый, а очень мягкий, такой вот нежный, такой сладковатый, вот мандарин, потом сладкий апельсин, бергамот, в то же время вот присутствие бергамота как-то не особо, оно завуалировано, и вот потом вот начинаешь углубляться в аромат, и такое вот открываются пряные ноты, это и сразу придает такая динамика запаху, притягательность, вот что-то такое сродни мне кажется Индии, вот Азии, такое вот присутствие вот этих пряностей, кардамон, корица, что-то вот такое вот интересное, и немножко даже какие-то вот акватические нотки чувствуются. Также вот конечная нота — это у нас древесина, потом пачули, шлейф, что придает сандал. Очень интересный аромат, я бы сказала, именно тем, что интересно начало и вот сама середина, что он так начинается мягко-мягко, в одно и то же время он свежий, но с другой стороны вот у него есть вся структура того же вечернего аромата по своей динамике, по своей сексуальности. Очень интересный аромат, пожалуй, для любого возраста он подойдет. Потом по времени года, да, мне кажется, можно и тоже круглый год его носить. Очень интересный аромат, замечательный. Я дам ему 90 баллов. Ну, второй наш аромат — это Euphoria Men Intense от Calvin Klein. Посмотрим. Тоже очень необычный, я бы сказала, аромат. Начинается такой сладко притягательный, интересный очень. У него начальные ноты вот имбирь, перец, что очень тоже не свойственно ароматам. Это, я бы сказала, большая редкость. Это вот довольно-таки, ну, второй вариант, если не считать самой эйфории, когда вот так начинаются ноты, такой вот мягкости, сладости, что имбирь, перец присутствует. А потом у нас опять же начинают специи, присутствие специй, интересно тоже шалфей, необычное очень сочетание нот, также древесина, так, вот что-то такое, водные нотки присутствуют.
очень тоже интересный аромат. Конечно, он вечерний, более для зимнего времени года. Для молодых людей не подойдет, для людей постарше. Также, что еще хочется... Ну, если вам очень нравятся такие ароматы, например, есть люди, которые вообще не предпочитают свежие, то использовать его, конечно, в дневное время нужно в небольших количествах. Так очень замечательный, я им с удовольствием дам 95 баллов. Сегодня, я считаю, у нас вообще замечательная подборка ароматов получилась. Очень интересные и, можно сказать, вечерние, такие сексуальные. Одни из лучших сексуальных ароматов, которые я тестировала вообще. Буду рада, что я вам, может быть, что-то новое открыла. С вами была Елена Курал на Куа ТВ. Открывайте мир парфюмерии со мной. Пока-пока!